Молодой человек сам застегнул рубашечку. Покажешь, правильно или нет, чтоб я проверила. Да, я посмотрю. Романтик. Карманчик, а ты чуть-чуть неправильно. Вот тут посмотри, что это такое. Расстегни просто вот это вот. И найди правильную дырочку. А так все три правильно. Вот. Где? Смотри, вот дырочка, вот пуговичка. Красавчик мой. Как ты так сам все застегиваешь? Кто тебя научил? Я сам научил еще. Да, получается же. А расстегивать потом тоже получается? Все. Все, теперь можно в садик идти в рубашечке, да? А, ты видишь мои колготки? Колготки не видно. Ты их одел? Одел. Да. Спрятались. Зато тебе будет тепленько, ты не замерзнешь, когда выйдешь на прогулку, да? Когда я буду в школу ходить, мама не будет колготки давать. Не, не будет, не будет. Вообще не будет. Вообще не будет. А ты не хочешь, да, уже колготки? А на садик. Потом сломают. Почему? Зачем его ломать? Когда я пойду в Колю. Нет, там же другие детки. Коля придет в садик. А, Коля. А я могу Коля. Теперь сейчас папе будем гладить свитер. Папу теперь будем собирать. На работу. Ты что же собрался? Покажись мне, что ты их снял. Еще даже маме не показался. Какой ты у меня красавчик получился. Ты куда плавать? Тебе помочь? Сам? Ныряй. Красавчик. Там синий и... Цвет настроения синий. И оранжевый. Синий оранжевый? Чего, какой ты фалёсий? Ты уже знаешь, какой это синий? И оранжевый. Кстати, эта полка вообще освободилась. Я вчера ее убрала. Видите, вообще пуста. Вот это вот тут кто-то примерял обувь. Это кто такой? Кто-то примерил, каждый раз примеряет большое, еще большое. Через 3 дня примеряет опять большое, да? Mm-hmm. Еще ножка не выросла за 3 дня. Mm-hmm. Будет ли сейчас видно, но тут столько птиц на этом, на поле. Сейчас бы побежать их всех попугать. Гляньте, сколько их. Эгегей! Они не боятся меня. На завтрак я сегодня делала сырники, пока разговаривала с роднёй, и они прям удались и по форме, и по вкусу. Тебе понравились, Гриш? А мы сейчас, Гриша, закрывай свои корабли. Мы, Гриша учится играть в морской бой. В общем, сейчас он мне чертит квадратик, свой уже начертил. Глянь, как ужасно. Это прогресс, мам. Да, сейчас будем играть в морской бой. Пока у нас варится курочка, ой, пюрешка. И курочку сейчас обжарю как-нибудь, не знаю еще. Сейчас буду расставлять корабли у себя на поле. Я здесь сухарики сделала, хлеб, потому что лежит, его никто не ест, боюсь, что заплесневеет. Сухарики, немного подсолнечного масла и специи. Какой ты говоришь, Гриш? Я говорю, я хочу его добить. А, ну давай, говори. В4. Попал. Попал. Угу. В3. Убил. Обставляю его. Реально обстрелял вокруг его, да? Когда это... Я его вот правда обстрелял. Да, обстрелял вокруг и даже не посмотрел. Нет, потом раз, я-то вижу,
Ну да. Он только пойдет и попьет. Ну да, да. Теперь ты говоришь опять. Ж-3 попал. Это что, блин, так и сделал? Представь. Так. Е-3. Так, Е-3. Мимо. Так, понятно. Так, теперь я, да? Ага. К-5. Ну что, Григорий, долго? Обедаем. Курочка тушеная у нас и пюрешка. Папа, ты будешь кушать? Так, у меня села батарейка, но за это... Ой, закончилась память, но за это время я успела сделать тесто пряничное. А что еще сделала? Посудомойку разобрала и опять заложила. В общем, мы покушали, Гришку отвезла в школу. Сейчас опять, знаете, у меня вчера была с пустого в порожнее, получается, такая работа. Потому что я здесь вчера листики сгребала-сгребала, а сегодня смотрю, а муж мой пообрезал вчера ночью виноград. Ну, не ночью, вечером. И тут опять все. Сейчас вот с Антохой будем убирать, да? Теперь просто стволы. Сижуня все ветки оставляет, которые как дерево, да? Да. А все остальные тоненькие все вот посрезал. Антон Сергеевич, я вот кучку сделала. Мы с Антохой справились, здесь навели порядок. Да, Марсик со мной вышел на прогулку, жердяйчик ты наш. Пошли, Марсело. Здесь тоже. Я тут сижу, не мучила. Хотелось мне стол сюда новый, но я поняла, что мы здесь даже ни разу в этом году не сидели. Ну вот за сезон тепла вообще здесь не сидели, поэтому не знаю, нужен ли нам стол на улице, потому что у него как раз сезон работы. И у нас как бы тоже с Петрушкой, поэтому... А так хочется красивую плетеную мебель. Вот сейчас вот как раз по распродаже бывают. В обе много выбора. Ну, уже, в общем-то, остатки распродажные. Я так хочу, но чувствую, что не судьба, и это нам просто не нужно. А для Петрушки вот этого тоже достаточно. Так, что еще? Вот батут уже высох. Надеюсь, что сегодня, если Сержунечка пораньше приедет, то мы его соберем. Потому что так он от мороза точно испортится. Я не хочу его так оставлять. Белье даже вывесила на улице. Это круть. Не, на самом деле 9-10 градусов. Но знаете, после минусов это даже вполне себе приемлемо, если нет ветра. Вот сейчас небольшой такой начинается. А когда... Было, в общем, после 20, да, то 9-10, это было просто дубак. А сейчас ничего, круто, даже тепленько кажется. Вот Афоня делал маленького гномика. Все, девочки, пока. Все. Так, все заходим, я должна проверить, чтобы все зашли. Афоня, подождем, сейчас девчонки все забегут в группу. Все забегают в группу, девочки. Пока. А Фоня выбегает из садика. Да, я домой. Ты домой, да. Как сегодня в саду было? Я с камнем в саду пила. Как? Я не знаю. Ну, а ты там был вообще? Да. Стишок рассказывал? Угу. Как, что сказали? Как у тебя получается? Я сам. Никто не подсказывал, мама. Да? Ты уже сам научился учить стихи, да? Мама, а как папа поставит сюда машину? Ну, он приедет, откроет ворота и потом закроет. Пойдем. Надо помыть Афоньке ботиночки, сказал, да? Ну, вот сейчас зайдешь, снимешь, я сейчас сразу их промою. Это я. Что ты? Помою.
Да там тебе в котельной будет неудобно их мыть. А? Заходи. Григорий сам гладит. Какая радость. Хотя меня даже не... Так утюг так не это, Гриша. Сейчас прижгёшь себе кимоно. Поедешь в дырявом. Ну, если так по логике судить, то здесь останется просто большое пятно. Ну, если ты еще подольше подержишь, то может даже дырка прошённая. Будет круто. Да, с другой стороны, я надеюсь, ты будешь гладить? Ну, ладно. Хорошо, посмотрим. Это не твои пятна, которые не отстиралось, да? Так, какой-то порошок я буду писать в нарушение. Жалобу? Да.